Ну и продолжая праздничную тему, 23 февраля – это еще и выбор подарков. По данным социологического опроса, в этом году лишь 5% женщин склоняются к пене для бритья и носкам, а 20% хотят подарить впечатление. Это может быть и полет на вертолете, и снеговик, слепленный собственными руками. Мы спросили у жителей Люберец, какие подарки готовят они. Как обычно, парфюмерный набор, нижнее белье. Подушку. Ну, как и все, носки, шампунь, гель для душа. В планах сумку кожаную. Кошелек, наверное, точно. Видите, идею подали. Подали, да. Ну, купил машину, хочу приобрести ему набор для машины. Я подарила бы машину. Что-то взрослое, которое у папы. Сюрприз. Я даже не знаю, меня прям застали врасплох, но думаю, что жена опять что-то приготовит интересное, как никогда. Ну, как обычно, носочки. А я ничего не жду, мне так каждый день, как праздник.